Жми лайкусик авансом, братик, если любишь топовые прокачки. И если бы хотел получить такую же халяву от отца Евгена. Смотри этот ролик до конца, ведь там тебя ждет очередной охренительный конкурс. Дайнара, бой, бич. О, о, о! Первая рэп-прокачка. У него прям вообще все есть. Лёхи ЛДЖ. Почему у тебя такой невезучий аккаунт, братан? У него по-любому есть контакты с Гареной. Изи, изи! Там что-нибудь подкрутить на его аккаунте, чтобы все события... Это не какой-то там не кликбейт, братан. Охрененно. Мне нужна стенка отсюда. Пацаны, самая сайнара бойная прокачка во всем ютубчике. Изи. Жабка, завидуй. У тебя такой возможности нет. Играю Free Fire, я не поеду. Играю Free Fire, я не поеду. Free Fire, Free Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи, как всегда, я. Мой любимый стример. Стример сына подруги твоей мамы. Начинающий рэпер. Отец Евгений. Протяжение 2021 на этом канале, йоу. Как ты уже понял, братик, это необычный видеоролик. Нетипичный, я бы сказал. Это настоящий, пропитанный духом улиц, гангстерских разборок рэп-видеоролик. Батя в здании, в котором я, рэпер отец Евген, сделаю первую прокачечку на своем канале. Nice. Но не обычного там какого-нибудь школьника, нет. Я сегодня прокачаю Лёху. А за за? Нет, не этого. Вот этого. ЛДЖ. Чего, блядь? Сайнара бой, бич. Это не какой-то там не кликбейт, братан. Это реальная первая рэп-прокачка аккаунта Лёхи ЛДЖ. Того самого Сайнару боя, с которым прямо сейчас во Free Fire проходит коллаборация. Самая топовая коллаборация. Если ты мне, братик, по какой-то причине не веришь, то смотри. Смотри, вот в этом видеоролике, смотри. Сайнара бой, бич, ЛДЖ берет... Телефон, ты видел? ЛДЖ взял телефон. Вот смотри, я даже перемотаю. Вот этот телефон только что хотел зайти в лобби. Но это просто видеоролик, они там так снимают и его, грубо говоря, остановили. Это типа тизер, понял? Он хотел сейчас зайти, вот смотри. Ну только на экран сейчас тапнуть, и все, и ты в лобби окажешься. Но он берет такой, и такой довольный, типа, сейчас зайду, каточку сыграю. Он реально играет в эту игру. Это не какой-то там не кликбейт, это не я придумал, я не жабка. Он красавчик, он реально играет в Free Fire. Прямо сейчас мы с тобой, братик, йоу, заполучим аккаунт Сайнара Боя, ЛДжея, и прокачаем его. Ну и, конечно, сделаем небольшой такой мини-обзорчик, чисто рэпчик-обзорчик. Батя в здании! Это первая рэп-прокачка на моем канале, первая и единственная во всем Free Fire Communication, только на моем канале. Сайнара Бой, бич, завези лайкусик, бро. Короче, лирическое отступление, смотри, как мы сейчас с тобой поступим. Вот это вот, значит, это Макс Шишкин. Это мой очень старенький дружочек. Мы с ним с одной деревни, знакомы, двигаемся нога в ногу на районе уже больше 20, мать его, лет. Он у меня в друзьях, вот у нас с ним даже есть переписочка. Огромнейшая переписка, которая длится годами. Мы тут скидываем друг другу вот такие вот интересненькие видосики. Что это, блядь, вообще такое? Мы тут, смотри, отправляем друг другу вот такие вот красивеньких девушек. Кстати, напиши в комментарии, как думаешь, почему у нас с Максом очень много фотографий жирных тетенек. Это будет тайна, я это оставлю в секрете. Но ты напиши свою версию в комментарии. У нас есть даже несколько совместных фоток. Вот он Макс, вот он я. Да, у меня были черные волосы. Вот у нас есть вот такие вот красивенькие, суперские фотки. Пока я работаю, он на фоне меня селфится. Потому что я тоже, мать его, крутой. Все хотят фотку с отцом Евгеном. Так вот, к чему я веду? Макс, мой корешочек, он снимает клипчанские для разных знаменитостей. Он снимал Басти, он снимал Би-2, он снимал Ивану Дорну, он снимал Джахалибу, Марьяни Ро и, конечно же, он снимал ЛДжею. Да-да, именно Максим снял вот этот вот клип ЛДжею, вот этот вот мультяшный клип ЛДжею, вот этот вот клип он ЛДжею снял и вот этот вот он клип снял. Он даже комикс совместно с ЛДжеем выпустил. Вот он, Сайнара Универс 360 приквел. Это сделал мой дружбанчик Максончик. Это его рук дело. Это все снимал Максончик. Вот он, ЛДжей идет. Карабунь. Ебой. Макс Шишкин. Directed by Макс Шишкин. Это сделал он. Красавчик, дай 5.
Ну и как вы уже, наверное, поняли, у меня есть телефонный номерочек Максима. И прямо сейчас я позвоню ему и попрошу аккаунт LJ. Нихуя себе. Джабка, завидуй, у тебя такой возможности нет, ты не знаком с LJ'ем. А я через одно рукопожатие, можно сказать, знаком с Айнаром Боем. И сейчас у меня будет его аккаунт, который я прокачаю. Звоню. Алло, братан, здорово, здорово. Тоже рад тебя слышать. Слушай, как ты там вообще? Чё, как дела? Я понял. Я тоже потихонечку чё, в Питере сижу. А ты же с Лёхой, LJ'ем же общаешься же, вы же знакомы там. И вот сейчас, короче, на днях выходит коллаба с игрушкой, которую я стримлю на канале. И такой момент. Ты можешь как-то с ним договориться, чтобы он мне дал логин и пароль от своего аккаунта? Там, короче, разработчики по-любому дают аккаунты всем, кто с ними сотрудничает. Моргенштерну они давали, Владу А4, всем. И у него по-любому тоже он есть. Можешь попросить у него для меня логин и пароль? Да хочу чисто обзорчик, знаешь, снять такой хайп. Хайпануть немножечко. Давай, давай, было бы вообще супер. Давай. Ну все, ща Макс договорится с Лехой и аккаунт будет у меня. Но это не точно. A few moments later. Ну вот и все, ребятки. Мы на аккаунте Лехи LJ. И сейчас мы будем смотреть, что у него есть, и попробуем его прокачать. Кока? А чё у него всего 122 алмаза, алё? Камон! Обычно же у всех там по 50 тысяч, по 40, чё за хрень? Бля, Макс. Алё, братан, снова я. Слушай, да, я зашел, короче, на аккаунт. А можешь попросить его по-братски задонатить? Вот это поворот! Ну блин, сейчас они там просто, короче, цены повысили с донатом. И донатить вообще не вариант. Я зашел, у него там алмазов нихера нету. Валюта, короче, там местная. Попроси по-братски отправить там донатик какой-нибудь небольшой. Ну, мне чисто для видоса. Скажи Лехе, братан, что когда просмотр наберет, видос-то хайпанет по-любому. Мне YouTube за это заплатит, и я ему отдам. В долгу не останусь. Ага, ага, спасибо. Сейчас он должен, короче, отправить донат. Макс сказал, что сейчас... О! 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 Вот это я понимаю! Красава, блядь, Макс, от души тебе, братик! Я все верну, пусть Леха не переживает, я все ему верну. От души. Так, забираем 200 алмазов, 200, вот эту хуйню забираем, вот это... Бля, ща будет, пацаны, топовая, просто самая топовая рэп, мать его, прокачка на моем канале. Да и вообще, в принципе, во всем Russian Free Fire комьюнити это первая рэп-хип-хап, мать его, прокачка. Так, у нас есть 6600 алмазов на аккаунте Лёхи LJ, и сейчас мы будем его прокачивать. Ну а перед тем, как мы начнем эту топовую прокачку с Айнары Боя, небольшой традиционный конкурс. Если ты хочешь выиграть халяву от отца Евгена, прямо сейчас спускайся в комментарии и пиши «Хочу халяву от отца Евгена» и свой айдишник. В следующем видеоролике среди всех комментаторов я выберу троих рандомно, кому задоначу на недельные ваучи. Прожимай лайкусик, подписывайся на мой канал, оставляй комментарий и жди следующего видеоролика. И возможно именно ты станешь победителем, которому достанутся месячные ваучеры от отца Евгена. А теперь погнали прокачивать Леху LJ. Слушайте, пацаны, но у него такой, я вам скажу, нихуёвенький прям аккаунт. У него прям вообще все есть. Поэтому, знаете, неудивительно, что он вообще писанулся, короче, на всю эту движуху. Там клип снять, в игру там с Айнара Бой добавили и прочую залупень. Потому что он реально олдовский, он, видимо, уважает эту игрулю. Поэтому, мне кажется, нет смысла его прокачивать там, знаете, по стандарту, как вот эти вот Poison, жабки. Мы сейчас, короче, сделаем так, что прокачаем его исключительно по событиям с Айнара Боя. Заберем всю движуху, которую добавили в игру по случае коллаборации с LJ'ем, и посмотрим вообще, сколько все это стоит. Я думаю, начнем с джекпота. У нас тут очень много событий. Я думаю, сейчас прям по очереди будем их все открывать с вами. Сегодня вот добавили вот такого вот интересного персонажа, у которого меняются цвета на костюме. Я думаю, это охеренный сет, его можно попробовать забрать. Давайте, первая попытка 0 алмазов. Нам надо, я так понимаю... О, какая анимация красивая прям. Нам нужно, смотрите, 5 вот таких вот яиц, чтобы забрать костюм. Ну, давай сразу ёбнем 5 попыточек. Ага, еще 5. Ага, еще 5. О, первое яйцо есть. Тут можно, насколько я знаю, обменять все, что нам выпало. А, давайте выберем вообще все на 5 попыток. Угу. Давай еще раз. Ага. Лёх, что-то у тебя какой-то, если честно, очень невезучий аккаунт, я тебе скажу. Окей, еще раз 5 попыток. Давай. Одно яйцо у нас есть. Второе яйцо есть, отлично. Слили уже 500 алмазов примерно, 2 яйца забрали. А вот это вот у него, кажется, на аккаунте нету. Давайте заберем на склад.
Первые две эксклюзивные шмотки у Лёки и у Джей от отца Евгена на аккаунте сейчас есть. А остальное вот так вот делаем быстрый выбор. Получить 7 попыток. Погнали. Ага, все есть, опять меняем. Ага. Чё-то, Лёха, аккаунт у тебя, честно, невезучий, бро. О! Беру свои слова назад. 3 яйца уже есть. Так, за 3 яйца мы сейчас можем забрать оружейный купон. Вот такой вот скиночек. Сайнара бой на коллаж. Давайте сразу же его оденем. Заберем сразу же яйцо. Сейчас пойдем крутить инкубатор. Осталось всего лишь 2 яйца. Пробуем. Нихера. Окей, давайте меняем всю эту движуху на 12 попыток. О, смотри-ка, граната. Вот такой гранаты, кажется, нет у него на аккаунте. А, нет, есть, вижу. Ёбаный пиздобол! Лёха, почему? Ты же вроде с разработчиками на короткой ноге. Почему у тебя такой невезучий аккаунт, братан? Сейчас, секунду. Макс, слушай, это снова я. А можешь попросить, чтобы Лёха, у него по-любому есть контакты с Гареной, чтобы прямо сейчас он им позвонил и попросил там что-нибудь подкрутить на его аккаунте, чтобы все события, ну, можно было бы, короче, выбить, понял, задёшево. Да, пусть он позвонит по-братски. Да, спасибо. Извини, что беспокою, я понимаю, там съемки, хуёмки. Бля, прости, братик. Сейчас все Лёха порешает, пацаны. Че, погнали? Давай. Блять! А чё, так можно было, что ли? Лёха, красавчик, я знал, что ты сможешь. Забрали еще одно яйцо, осталось одно яйцо до легендарного эпичного костюма. Давайте. В смысле? Я думал, там яйцо будет, ау. Нахер мне эта стенка нужна? А, ну этой стенки, слушай, если нет, так что давай заберем. У Лёхи есть теперь новая стенка. Красавчик. Сайнара, бой, бич, бич. Забираем легендарный костюм. Па! Сайнара, бой, бич, бич. Мы забрали к Лёхе вот этот легендарный костюм. Сразу же его открываем, сразу же его надеваем. Будем выглядеть по красоте. И нам еще, зацените, дали 2 эмоции. Братик, давай ролик на паузу поставим, потому что я понимаю, что ты мне, возможно, все еще не веришь, что я реально сейчас на аккаунте Лехи Оджея. Но камон, ты реально думаешь, что я буду тебя обманывать? Леха сам показал, что он играет в Free Fire. Мой дружочек Макс реально с ним знаком. Вот они вместе, например, и он реально мне дал его аккаунт. Если ты мне после этого не веришь, то камон, я недавно делал обзор на аккаунт Влада А4. Влада туалетной бумаги А4. Просто в шоке! Ты реально думаешь, что после такого масштабного обзора я стану обманывать тебя каким-то сайнарабоем? Окей, а как тебе такое? Смотри, я знаком с Криштиану Роналду. Сильное заявление. Да-да, у меня даже фотка совместная с ним есть. Мы, короче, в компьютерном клубе с ним познакомились еще до всей этой суеты с Free Fire. И ёбнули совместное фото после того, как я его размотал в FIFA 19. 5-0! И ты вот после всего этого реально думаешь, что я не могу получить Лёху Оджея? Да я знаю Кроноса, блядь, лично. Это я потянул его в ФФ, потому что он подписан на меня в инсте и увидел, что я ФФшник. И тоже залетел в эту игрулю. И после того, как она ему понравилась, он решил ее пропиарить. Камон, ты реально думаешь, что после всего этого я не могу получить аккаунт Лёхи? Ну ты даешь, братик, запомни. Отец Евген, не какой-то там зеленый, он никогда не врет. Бля, как много у тебя эмоций, Леха, пиздец. Так, вот она первая. Ой, как красиво-то! Ну это прям топ, это прям топчик, пацаны, давайте оденем. Леха, не благодари, брат, это все ради тебя. Пацаны, поставьте лайки, если завидуете Лехе так же, как я. Честно, я тебе сейчас завидую. У тебя на аккаунте сейчас есть просто охренительный, бомбезный сет. Я тебе реально завидую, братан. Ну ладно, двигаемся дальше, пацаны. Я думаю, мы сейчас заберем Лехе вот этот вот желтенький, самый дорогой инкубатор. Тем более, сегодня есть скидочки, почему бы и нет. Давайте попробуем. Попробуем забрать. Так, яйцо. Ну, яйцо у нас уже 11. Ну, лишним никогда не бывает. Давайте, крутим. Ага, еще одно яйцо. Изи! 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 Леха, блядь, ну я знал, что нужно позвонить Максону и просто попросить, чтобы Леха там договорился с Гареной. Видите, как это работает? Видите, как это работает? Чувак просто позвонил, и все, и его аккаунт стал везучим. Буквально вот так вот. Раз уж это прокачка, мы самое дорогое брать. Погнали.
Охрененно. Топ. Идем дальше. Что у нас есть еще? Вот такие вот у нас два события остались. О, какой секси. Давай попробуем. Так, он уже... О, он уже что-то крутил. Смотри, и парашют он выбил. Парашют у него уже есть вот такой. Окей, давай выберем вот эти вот штучки. Погнали. Ага. Еще раз. Изи. Изи, real talk, бич. Это рюкзак, да? Сейчас оденем. Так, окей. Еще раз. Угу. Еще разульку. А еще разульку. Изи. Забираем доску. Все очень круто. У него есть уже рюкзак сайнарабой, парашют сайнарабой и доска сайнарабой. Пацаны, самая сайнарабойная прокачка во всем ютубчике, мать его. Поставьте обязательно лайкусик. Лайк. Такой вот лукбоксик. Давайте его заберем. Хуй тебе. Окей. Ха, изи, изи, изи. 500 алмазов, изи. Теперь у него еще и лутбокс Сайнара Бой есть. А, нет, статуя Кобры он называется. Ну, похуй, он все равно в событии Сайнара Бой. Поэтому тоже Сайнара Бойный лутбокс. О, секси МП-40. У-ху-ху. Я, кстати, себе его уже выбил. Очень охуенный МП-40. Я его выбил за 19 алмазов. Охеренно. Сейчас я Уджею тоже выбью. Очень красиво. А, он уже выбил его. Понял. Он уже выбил. Он прокачал или нет? А, у него первый уровень. Ну давай прокачаем, чё, почему нет? Так, заходим вот в это событие. Тут у нас тоже. О, а я совсем и забыл то, что сегодня же дают еще и персонажа. Давай сразу заберем Сайнара Боя Элджею. Сразу же его наденем. Давай зайдем сейчас вот сюда и заберем. Тут, по-моему, есть какая-то то ли граната, то ли что-то типа того. Да, вот. А, у него как раз один купон остался. Отлично, давай. Забираем. Окей. Забираем вот эту вот охренительную секозную гранату. Граната бросок кобры. У нас есть 110 вот таких вот купонов. Давай сразу их обменяем. Мне не хватит, к сожалению, на все. Я сейчас заберу вот эту вот курточку. Заберу вот такие вот ботиночки. А вот эту вот хернюшку пусть LJ сам выбивает. Не буду я сейчас тратить время, играть там с его аккаунта туда-сюда. Нет, не буду я этого делать. Сам потом зайдет, выбьет. Я и так уже дохрена ему всего, можно сказать, на халяву выбил, блин. Оба-на. Стеночка, эмоция, сковородочка, машина. Все заберем. Это самая сайнаробойная рэп-прокачка. Так, одна попытка 19, одна особая попытка 59. Мне нужна стенка отсюда. Стеночка топовая, я хочу ее забрать. Так как попытка становится дороже, я думаю, мы не будем, короче, тратить их. Потому что, ну, это реально дорого, это очень невыгодно. Мы сейчас попробуем выбить, короче, за 19 алмазиков все вот это добро. Давай, поехали. Все алмазы слили. Алло, брат, слушай, это снова я. Блядь, я тебя, наверное, уже заебал. Короче, можешь попросить его по-братски еще раз задонатить в игру? Я просто уже слил все алмазы, которые он задонатил. А тут, блядь, стенка есть охерительная. Я очень хочу ее выбить ему. Попроси его, пожалуйста, по-братски еще задонатить. Сейчас ждем, LJ должен еще нам задонатить. Макс сказал, сейчас порешает и попросит его еще разульку задонатить. Что там, пришли алмазы, нет? А, о, еще 2000 алмазов упало. Охеренная прокачка, пацаны. Великолепный план. Давай, возвращаемся в это событие. Мы сейчас заберем эту стеночку топовую. Мы сейчас ее заберем по-любому. За 5 попыток вроде дают ее. Думаю, давайте на оставшиеся 2000 алмазов будем прокачать ему МП-40. Вот они, вот эти вот жетончики. Давайте попробуем ему прокачать. Давай сразу же берем 10 штук. 10, 3, 4, 4, 8, 3, 9, 5, 4, 3. Охрененно, слушай. Охренительно. Давай сразу же еще. Берем скидочку. Угу. Угу. Отлично. Давай еще сразу. Красава. Красава. Отлично. 9, 10, 9. Ух. LJ, у тебя, слушай, у тебя аккаунт очень везучий. Не хватает. Окей, давай, насколько хватит. Отлично! Прокачаем МП-40, а то что это LJ? У него все сайнарабоевское, а МП-40 лоховской. Нет, так не делаются дела. Давайте ему прокачаем его. Охрененно. Второй уровень. Забираем третий уровень. Красиво. Это реально красиво. И забираем сразу же четвертый уровень. Окей. А на пятый не хватило.
Ну ничего страшного, я думаю, прокачает сам. Бабки у него есть, видосик уже у нас так получился охренительно кайфовый. Я думаю, прокачает сам. Мы ему прокачали до 4 уровня. LJ, братанчик, не благодари. Антихайп. Я надеюсь, тебе Макс передал, что, что это не за твой счет прокачка была. Я тебе бабки верну, сейчас, короче, этот ролик хайпанет. А мне ютубчик за это бабки заплатит, и я тебе их вышлю на карту. Ну, через Макса я ему позвоню, он тебя отправит. Вот такой вот охренительный сайнаробоевский видосик у нас с вами получился, братанчик. Мы с тобой только что, братик, прокачали аккаунт LJ. И выбили абсолютно все вещи из ивента сайнаробой, потратив на это примерно 9000 алмазов. Вот такая вот интересненькая прокачка. Ставь лайкусик, если она тебе понравилась. И, конечно же, Нига, подписывайся на мой канал, если здесь впервые. И если не впервые, по какой-то причине не подписался, подписывайся тоже. Пиши какой-нибудь комментарий, участвуй в конкурсе ваучеров, рассказывай об этом видосике своим друзьям. Обнял, заплакал, как говорится. Увидимся, бой. Жабка, бро, завидуй мне молча, ты такой ролик никогда не снимешь, братан. Тем более, чтобы в этом ролике зачитать такую рыбчагу, как я. Потому что я начинающий рэпер, а ты нет. Ты смотришь под сосни Гарены. А это мой дис на тебя. Я на движение с раннего утра с пацанами на районе, пока ты дома с камерой. Салам алейкум, жаба, как твоя житуха, братик. Ты так базаришь много, но ты не шаришь просто. Садись поудобнее, прижми зеленую жопу и ответь на вопрос, схуя ли ты лучший, бро. Я устал от сливов твоих фанатов-подростков. Фанатов-подростков неуверенного себе подсосника. Батя на связи, я молчал долго, я сейчас на стиле. Я разъебываю жестко. Ты защищал майора, ты ошибся дважды. Ты защищал этого пидораса, оскорбив меня. Ну а дальше я не дописал свой текст. Я его допишу, запишу, и это будет, короче, первый, мать его... Блядь, одно кольцо потерял. Первый, мать его, дис на жабку.